Привет! Вы на канале Товары с Китая, и сегодня у нас сравнение этих двух смарт-часов. С одной стороны это Halo LS01, и с другой стороны это P8. Их могут называть Синбоно, Колми, Лемфо, но все это одни и те же часы P8, поэтому в обзоре они будут называться просто P8. На момент видео Halo LS01 стоит около $24, P8 стоит от $17 до $20. Пишите, пожалуйста, в своих комментариях, какие из этих часов вы предпочитаете носить. А мы переходим к полному сравнению. Начну я с комплекта поставки. Обои часов комплектуются юзером-мануалом и зарядным устройством. Но только Halo LS01 у нас имеется магнитная зарядка. Это, конечно, большое преимущество. Нам не надо искать клеммы зарядного. Оно легко находит само себя, как видите. Очень легко. В то время как P8 у нас зарядная такой в форме прищепки, и нужно найти сначала эти контакты, чтобы его зарядить. Это, конечно, неудобство в отношении P8. А теперь переходим к самим часам. В начале Halo LS01. Такие легкие часы весят всего 34 грамма. Корпус выполнен из пластика, хотя он как под металл, но он выполнен из пластика. Контакты заряда, здесь датчики, можно заменить ремешок. Видим такой гвоздик, который отгинается, и ремешок легко снимается и меняется. Застежки тоже выполнены из металла. Имеется в черном и в белом цвете. Я оставлю ссылку, где можно купить эти часы на сайте AliExpress. Диагональ экрана 1,3 дюйма. TFT-матрица 240 на 240 точек. Поддержка Bluetooth 4.2. Немножечко дольше работает экран, чем в P8. Ну а теперь часы Синбоно P8 или Колми P8 или Лемфо P8. Все это одни и те же часы. Здесь ремешок немножечко тоньше, прорезиненный такой ремешок, но корпус выполнен из металла. Как сообщает изготовитель, здесь сплав цинка. Есть 5 цветов, и ссылочку, где можно купить их, я также оставлю. Контакты для заряда, датчики, и здесь гораздо сложнее поменять ремешок, потому что нет этих гвоздиков. Я пытался, даже не знаю, как это поменять. Если вам это удалось, пишите, пожалуйста, в своих комментариях. Тоже ремешок выполнен из металла. Сидят на руке удобно. Диагональ экрана 1,4 дюйма. 2,5D закругление, как можете видеть. И 240 точек на 240. Bluetooth 4.0 поддерживает эти часы. Механическая кнопка. Кнопка включения или возврата назад. А вот так эти часы ведут себя на солнечном свете. Обратите внимание, экран Halo LS01 светится немножечко дольше, чем P8. А теперь по функционалу. Часы Halo LS01 свайпом вниз мы можем читать уведомления. Уведомления, которые приходят с Facebook, с Viber и так далее. В главное меню мы переходим кнопкой механической, свайпом. Вверх у нас все шагомер, все необходимые данные. Свайпом вправо мы открываем функции, которые можем настроить либо через приложение Halo Sport, либо здесь. Например, активировать экран поднятием руки, постоянный измерение пульса, режим «Не беспокоить»,
Можем включить, можем выключить, можем также это сделать через приложение. И свайпом вправо здесь у нас другой функционал. Мы можем зайти в настройки, тут настройки шкалы или настройки циферблатов. Есть 5 различных циферблатов, можем их менять. Ну, я остановился на этом. Также регулировка яркости, сброс на заводские настройки, либо выключить устройство. Да. Также здесь есть 8 спортивных режимов, хотя в инструкции написано их 9, но здесь есть только 8. Вот они все. Режим йога, он не активен. Также можем задать пульс, будильник установить. Есть и корректно работает управление музыкой, перемотка треков, стоп и пуск. Это все на телефоне работает. Таймер. Ну да, в настройках мы уже были. Вот такой функционал часов Heylou LS01. А теперь перейдем к P8. P8 также работает свайпом вправо. Весь необходимый функционал. Свайпом влево то же самое. Снизу вверх. Вернее, сверху вниз мы необходимые функции, яркость экрана, пожалуйста, другие настройки, сброс на заводские и так далее. Можно менять циферблаты. Здесь не так, как в Heylou LS01, тут только 4 вида циферблатов. И то их было 3, я один дополнительный скачал и оставил именно этот. Вот так у нас по функционалу. Шагомер, корректно приходят сообщения, как можете видеть, все приходит. И здесь, в отличие от Heylou LS01, здесь всего 7 спортивных режимов. Ходьба, бег, велосипед и так далее. 7 спортивных режимов. Вот такой функционал. А сейчас давайте посмотрим, как эти часы реагируют на телефонные звонки. Обои часов сопряжены со смартфоном, и я делаю тестовый звонок. Давайте посмотрим, как они реагируют. Звонок пошел. Видим, отреагировали оба. Можно ли отключить с P8? Нет, звонок продолжает. А вот с Heylou мы отключили звонок с часов Heylou LS01. Они более функциональны в этом отношении. Часы Heylou LS01 работают с приложением Heylou Sport. Вот так оно выглядит. И мы можем посмотреть, что здесь в приложении. Мы можем выбрать уведомления, с которыми работают наши часы. Видим ВКонтакте, Viber, Instagram, Facebook, а также приходят смски и сообщения из почты. Также можем выбрать несколько режимов спорта. Видим здесь всего 8 режимов активно. Йога режим не активен. Русский язык мы можем выбрать. Ну и другие функции. Видим 43% заряда батареи, хотя я заряжал обои часов одинаково до 100%. Здесь батарея 210 мАч и заявлено, что до 14 дней от одного заряда. Ну и давайте теперь посмотрим на наши другие часы. P8. P8 работает от приложения Dafit. И здесь все более просто. Видим P8, и батарея разрядилась до 56%. А значит, смарт-часы P8 с батарейкой 170 мАч держат батарею гораздо лучше. Хотя и здесь заявлено, что до 7 дней всего. Какие уведомления приходят на эти часы? Телефон, смски, тоже Facebook, Instagram. И все. Здесь нет ВКонтакте и других приложений.
То есть функционал Hello LS01 немножечко получше. Что здесь еще? Циферблаты. Циферблаты, да, здесь только 4 циферблата. В Hello LS01 там 5. Ну и другие действия в приложении. Какие часы вам покупать, решайте сами, друзья. Я вам сделал такое сравнение. Ставим лайки за труды, подписываемся на мой канал «Товар из Китая». Впереди нас ждет много интересных обзоров и распаковок. Всем пока!